Как перебороть страх, чтобы достичь всего, чего хочется? Всем привет, меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале, где мы с вами учимся, каким же образом мы можем управлять своей реальностью через изменение мышления и знание законов Вселенной. Сегодня мне хочется поговорить с вами на тему страхов, потому что страх — это, наверное, одна из самых таких популярных тем, мы ее уже с вами рассматривали в разных ипостасиях и говорили о том, что страх очень часто является показателем, в какую сторону нам необходимо идти. Но что делать, если страх реально нас сдерживает? Если наш страх показаться перед миром, знаете, каким-то не таким, разочаровать этот мир в лице своих знакомых, родителей, любимого человека, в лице непонятных каких-то людей, да, нам все время страшно. Почему? Давайте разгребать. Смотрите, на самом деле нам все время с самого раннего детства, да, рассказывают о том, кто такие правильные люди и неправильные, как надо и как не надо. Помните, в школе очень часто учителя высмеивали, да, вот сейчас, кстати, в современной системе частного образования, вот мои дети учатся в частной школе, запрещено высмеивать ребенка, запрещено критиковать, запрещено говорить, что ты делаешь как-то неправильно. А в обычной нашей структуре у нас все вот это есть, правильно, неправильно. И мы очень боимся быть неправильными. Мы очень боимся, что у нас не получится, потому что мы точно знаем, вот как это должно получиться. Из-за этого люди боятся ходить в караоке кто-то. Кто-то боится двигаться, танцевать. Я не умею танцевать, да, человек часто говорит. И какие-то очень много вещей, которые вот мы знаем, что я не умею в соответствии с чем-то. И этот страх не дает нам возможности проявляться. Да? Например, где-то вы говорите, я часто такое, кстати, слышу, я не говорю тосты. У нас, например, вот мой супруг говорил всегда так, у нас Оля говорит тосты, я не умею красиво говорить, как она. Но речь же не в том, чтобы говорить, как я. Говори, как ты говоришь, да? Или я не умею так классно записывать видео, как кто-то. Или, а какая разница, собственно, как это делает кто-то? И знаете, я вам могу сказать, что очень часто вот этот кто-то, кто, по вашему мнению, делает это классно, например, считает, что он это делает недостаточно хорошо, не как кто-то другой. Это, кстати, первый такой интересный был мой инсайт и момент, и я поэтому часто, например, в своем инстаграме стараюсь показывать свои какие-то страхи, то, что мне не нравится, да, когда я записываю видео и понимаю, что, да, мне не нравится. Я, кстати, когда начинала только записывать видео, а на сегодняшний день у меня, наверное, 10 000 так точно есть уже роликов, которые я записала, я помню, как меня бесило очень сильно, не только как я выгляжу, поверьте, да, это для нас всех, не знаю, сильно большой нос, не тот рот, не такие глаза, боже, какая я толстая, я сильно худая, я все это очень хорошо знакома Олечке, еще и голос. Мало того, что мы вообще иначе слышим свой голос, ну, то есть, вот вообще по-другому, так еще и со стороны, так еще и камера, а еще и когда мы учимся, и наш голос то какой-то непонятный, писклявый, то какой-то очень странный. Мы же пытаемся соответствовать нормам и говорить как надо. И вот ты слушаешь это со стороны, и ты думаешь, да господи, ну это просто... Я никогда никому этого не покажу. Я помню, как я сидела на целой куче этих видео, которые мы наснимали, и понимала, что это все ужасно. И решение было одно. Надо было либо выпускать все ужасно, либо не выпускать ничего. И я помню, как я решила, ну раз все ужасно, и скорее всего лучше я не стану сразу же, как я не знаю. Ну то есть в первый раз я лучше не запишу. И я решила, да хули, выпустить. Ну, я не буду просто этого смотреть и слушать. Когда пошла какая-то обратка, да, фидбэк, и люди начали говорить, боже, вы красиво говорите, я так люблю вас слушать. Вы такая красивая, ты сидишь и думаешь, они типа издеваются над тобой или что. То есть это абсолютно естественная вещь. И потом я просто принял решение, что буду записывать видео и не буду их смотреть и слушать. Ну, типа, чтобы я не видела, какая я, да? А потом уже ты привыкаешь, а потом ты уже, безусловно, улучшаешься. Вы знаете, я даже недавно специально зашла на видеоролики, вы можете на моем YouTube-канале, кстати, откопать ролики какой-то там 150-летней давности, там 2009 года, возможно. И не так-то плохо. Ну, на самом деле, мне казалось ужасно, а не так-то и плохо это было, учитывая, что у меня вообще не было этого опыта. То есть мы часто сами себя в чем-то там закрадываем. Я поняла одну очень простую вещь, что
ничего страшного не случится, если я сделаю то, что мне страшно. Например, если я хочу познакомиться с каким-то человеком, и у меня есть возможность, я к нему возьму и подойду познакомлюсь. Самое страшное, что он мне скажет, у меня нет на вас времени, я вас знать не хочу, Ольга. Ну, окей, не знаете меня. Ничего глобально такого, что вот на мою жизнь в целом могло бы повлиять, ничего не произойдет. Если мне в чем-то откажут, и если у меня что-то не получится. Но совсем другое, если получится. Совсем другое, если я использовала какую-то возможность, подняла руку где-то, да, и потом с этим человеком вошла в партнерство, и мы стали с ним строить совместные бизнесы. Совсем другое, если я когда-то начала снимать видео непонятно для чего, а на сегодняшний день и с помощью этого инструмента зарабатываю большие деньги и меняю каким-то образом жизни большого количества людей, потому что это не только способ заработать, это еще способ инструментария повлиять. То есть, понимаете, таким образом то, что мне было страшно и где я смогла пойти в сторону этого страха, я смогла сделать большой ряд изменений. А по факту, там, где мне отказали, там, где у меня не получилось, там, где мне было за что-то стыдно, я на данный момент даже не помню. Ну, не помню этого. Вот что такое было? Наверняка такие моменты были. Вы бы меня сейчас спросили: Оля, ну у вас же был неудачный опыт? Да точно был, конечно. Конечно, я что-то делала, но я опыт перестала выстраивать со знаками плюс и минус. Опыт – это опыт. Понимаете? Это то, что сделало меня мной. Нельзя сказать, что у меня левая рука – это неудачный опыт, потому что я не могу ей писать или есть. Это не неудачный опыт, это часть меня. Точно так же, как там зуб, который не жует, например, вы скажете, значит, это какой-то неудачный зуб, он не сыграл в вашей жизни никакой роли. Ну нет. Ну, это тоже часть меня. Поэтому все, что у нас когда-то не получилось, оно нас не сломало. Если вы человек, который по-прежнему живете на неком негативном опыте, вот я тогда это сделал, ну тут скорее вопрос про то, что вы не пошли жить дальше, что у вас не только в этом проблема. Это проблема уже с вашими жизненными программами, и тут у вас просто нету желания это решить. Потому что если бы было, вы бы пошли психотерапевту, психологу, вы бы пришли на мой тренинг, на другой тренинг, вы бы сами это проработали. Это просто ваше желание застрять в прошлом, и вам там нравится. Вам там нравится сидеть, копаться в своих соплях. Во всем остальном страх победить – это как раз и есть достать энергию. Помните, мы с вами недавно говорили в видео про энергию, да, откуда она берется, что энергия – это то, что приходит под цель. Так вот, когда вы что-то делаете из того, что вы боялись, это как сродни, знаете, замочка. Вот если бы мы играли в компьютерной игре, такой замочек висит, и он падает. Потому что вы сделали, и вне зависимости от результата, вы это сделали. Вот вы вышли, например, на большую сцену, вы мечтали это сделать. Может быть, вы не сказали большую речь, от которой бы рыдал зал и хлопал вам. Но вы вышли и сказали первые три слова. «Всем привет!» «Hello!» добавили. И зал вам похлопал, и вы это ощутили. И у вас уже сформировались некие ваши новые нейронные записи, что это возможно, что вы можете это сделать. Понимаете? Это мега важно. Важно понимать, что страх не только светит в ту сторону, куда вам нужно идти, не только благодаря страху мы где-то выживаем, да, потому что он нам дает все-таки чувство правильности и неправильности. Там, например, мы не бросаемся под поезд или в самолете, не пытаемся открыть иллюминатор и выпрыгнуть через него. Да? Ну, страх – это и нормальная история. Но если мы говорим страх, который светит в сторону нашего развития, когда мы себя блокируем, не сделаю, не попробую, многие из-за чувства страха, да, вот этого представления людей, ну, например, там, женщина должна быть замужем. Если женщина не замужем, или если женщина до какого-то возраста не родила детей, или если женщина развелась и осталась одна с детьми, она уже никому не нужна. Поэтому я буду находиться в отношениях, которые мне 300 лет уже не нужны, но зато я буду замужем, и у меня, у моих детей будут папа. Вы смеетесь сейчас? Это что у вас за страх такой? Это страх быть счастливым человеком? Это страх, блин, развязать себе руки и начать жить? Ну, непонятная совершенно модель. Потому что кто-то что-то вам скажет или кто-то вас будет осуждать. История про общество, которое сидит, такие, знаете, зал говорящих людей. И как будто бы мы выступаем на стендапе, да? Вы что-то говорите, а они там
или фу, и вы такой, да, это правильное решение. Они такие, фу, а, понятно, хорошо, тогда я не буду так делать. Нет этого зала, нету этого зала, вы сами себе его придумываете, всем людям на вас давно наплевать. Они даже вас покритиковали и как пописали, понимаете? Они вам сказали, да, ты не прав. И пошли, они уже забыли, в чем не прав. А ты свою жизнь закрыл вопрос для себя. Говоришь, больше я это не рассматриваю. Все, буду так всю жизнь страдать. Человек уже даже не помнит, что там страдал. Он просто сказал из серии «казнить», помиловать. Не, ну понятно, казнить. Это короче, как в моей любимой сказке «12 месяцев». Поэтому прекращайте бояться. Спрашивайте себя, что самое страшное может случиться? Так ли это страшно? Идите, ведите блоги, открывайте новые бизнесы, уходите из отношений, которые вам не нравятся, приходите на какие-то курсы, учитесь чему-то новому, получайте новую работу, создавайте какие-то проекты безумные, в которые вы верите. Раздевайтесь догола, смотрите, что вы себе не нравитесь, и верьте, ставьте себе цель, каким вы хотите быть, и начинайте действовать. Не надо бояться. Плюйте на мир, который, если вы считаете, что мир вам там сидит и что-то подсказывает и говорит «нет», смеется с тебя, нет. Доходите людей, которые так же, как и вы, хотят идти вперед, потому что это ваша жизнь, это и есть энергия, понимаете? Вот эта самая энергия, которой вы должны пылать, которой вам должно быть хорошо. Если вы чувствуете, что вам нравится то, о чем я говорю, если у вас есть приливы энергии после того, когда вы смотрите мои видео, во время этого, вам точно не повредит моя книга, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Читайте, внедряйте, удаляйте все страхи, действуйте, и вы будете видеть, как ваша жизнь меняется не только в вашей голове. Ссылочка на эту книгу абсолютно бесплатно, вы можете ее скачать или прослушать в описании к этому видео. Ну что, друзья, я надеюсь, что у вас уже нет никаких страхов, и вы готовы написать книгу о жизни своей мечты, мало того, вы готовы ее осуществить. 1 числа каждого месяца стартует мой курс, который называется «Рерайтер жизни». Самая мощная программа по изменению своей жизни. Я буду очень рада вас там видеть. По ссылочке в описании к этому видео вы найдете переход на сайт, вы можете ознакомиться с программой и присоединиться к нам. Я всем желаю классного дня. Я очень жду ваши комментарии. Расскажите, чего боитесь вы, что вас останавливает, что вас мотивирует, возможно, какой-то страх, который когда-то стал для вас мега-супер страшным. А сейчас вы понимаете, что если бы вы этого не сделали, то ваша жизнь не была бы такой классной, как она есть сейчас. Буду рада вас видеть в своем Инстаграм. Также ссылочка есть под этим видео. В общем, обязательно посмотрите на все ссылочки. Там целый класс. До встречи!